Привет, друзья! Новый день. Мы еще в Севилье находимся, и что у нас из новостей? Первое. Мы сегодня собираем Лилю, и завтра в 7 утра она летит домой. У нее сейчас периодически почему-то есть температура 37,2. Днем она проходит, с утра и вечером она появляется. Не понимаем, что, то есть какой-то идет процесс, какой непонятно. Поэтому было принято решение, чтобы ее отправить. Мы думали, с Лиссабона она полетит домой, потому что я, скорее всего, доеду отсюда до Лиссабона, с Лиссабона порту, с порта двинусь в сторону Аликанте, в Аликанте оставлю мотоцикл и уже приеду домой. Вот. Так, чтобы ее не морозить, эти километры, она полетит раньше. Такие все время узенькие улочки в Европе. Ну, это так мило. Не то, что Америки. Ух! Ищу сейчас какую-то сумку купить. Нашел вариант в Декатлоне, довольно дешево, за 14 евро на 80 литров можно купить сумку, которая, в принципе, там отработается пару раз. Потому что у нас-то чемоданы есть дома, а мне еще тоже придется такой покупать. Так вот, сейчас ищу, может, еще как вариант пластиковый чемодан. Так. Вот такой, например, за 35 евро. И главное просто, что он, видите, еще увеличивается в объеме. То что шлем положить куда? Еще вот такой за 40 евро. Но вопрос, влезет ли в него шлем. Этот получается пошире, может выгнуться, если шлем боком положить. А это, зараза, ни хрена. Ну, я думаю, влезет все. Блять, куртка, мотоциклетная, штаны. Сейчас, друзья, находимся под грибами. И получилось так, что когда здесь пытались что-то придумать, нашли вот такую вот вам историческую монументальность. Это Древнего Рима, строение. И было принято решение больше ничего не строить, а оставить это как музей. Вот вам Римская империя, как все оставила свой след в этом мире. А вот строение, которая фактически над нами. То есть это модель. Смотрите, какая конструкция. Мы сейчас попробуем подняться наверх и посмотреть, как она. За 3 евро мы сейчас поднимемся с вами и посмотрим что-то невообразимое из дерева. Лили у нас сегодня болеет, поэтому мы сегодня гуляем и будем лицезреть, что же есть, что же за смотровая площадка у нас есть. Севилья. Немножко еще преодоление лестницы. Слушай, надо похоже на дерево. Вау. Она даже играет под тобой. Очень прикольная тема. Вид не такой уж прямо открывается, забавный, крутой. В принципе, само же сооружение скрывает все красоты города. Но говорят, ночью здесь светится очень даже неплохо. Ну, тут гораздо получше. Очень архитектура и строение очень похожи на все же арабские. Балконы, террасы, его сушится. И это Испания. В общем-то, грибы интересные, но не знаю, насколько это необходимо. Вдвоем идти это 6 евро. Недорого прогуляться, пофоткаться, да и все. Поедем, поищем сейчас резину, друзья. Завтра в 7 утра Лиля выезжает на самолете, улетает на самолете в Москву. Я же где-то дней через 10 должен буду приехать в Белоруссию через
Вильнюс, либо через Москву. Посмотрим. И... О, видите, люди тоже, вечерок уже наступает. Либо на Вильнюс прилечу. Вот такой интересный городишко. Мне он очень понравился, он такой колоритный. Здесь можно погулять. Не знаю, конечно, надо чем-то заниматься, но пока мне есть чем позаниматься. Например, там видео помутить, сделать. Еще я хочу сейчас перед отъездом еще обзор сделать на мотоцикл. Мне, нам надо потянуть на мотике цепь. Потом у меня вроде бы как тормозная жидкость с переднего, со сцепления подтекает. Надо определить ее, помыть цепь, пересмотреть подшипники. И вот еще не знаю, буду узнавать. По идее, надо еще, наверное, уже, может быть, клапана перепроверить, зазоры. Вопрос в том, что мотоцикл-то уже имеет пробег 50 тысяч. Клапана регулировали, нет, хрен его знает. Нареканий вроде как, в принципе, к нему нету. Но все же хотелось бы что-то быть уверенным. Плюс есть вариант, что может быть цепь моторная или натяжители цепи не очень. Надо почитать в интернете. В принципе, никто не жаловался, но мало ли. Чтобы как можно больше подготовить мотоцикл к следующему путешествию, опять же, непонятно. Сейчас, опять же, изучал про Африку, и, блин, не зря многие люди едут все же по Африке этапами, потому что с визами прямо это реальный целый геморрой. Получить на все страны сразу визы – это реальная проблема. А... ну, без виз, сами понимаете, проехать не получится. И тут, конечно, загвоздка, что надо ехать, делать, например, на 5-6 стран, потом ехать, потом опять лететь домой, опять делать визы. И самое забавное, что есть некоторые страны, которые не дают тебе возможность сделать визы в других странах, не твоего только места жительства, только твоего места жительства. То есть из-за этого есть свой нюанс. В принципе, заднего баллона нам хватит и доехать до Лиссабона. Ну вот, не хочется рисковать все же. И лучше, наверное, бы заменить уже заранее. Я уже даже сейчас начал задумываться о том, что, может, надо было в Марокко поменять за $200, и хер с ним уже. Смотрите, как у нас тоже здесь городок. Блин, он все-таки красивый город. Есть и древности, и замки. Очень прослеживается арабская тематика Савелия. Чем классно на мотоцикле, что реально можно погонять по городу, посмотреть его, залезть куда-нибудь в любые дырки. И ты так не сделаешь на машине или на автодоме. А, ну, тем более на автодоме, особенно если большом. А так можно насладиться. С парковкой вообще у мотоцикла проблем нету. Есть, ну, только единственное, что проблема с парковкой, это в небезопасных местах района, тогда, конечно, лучше на машине там. Hello. Tire. What you have tire? No comprendo. This is tire. Yeah. Yeah, but only front back. This. Rear. Yeah, rear. 1200. It's 150. 150. 150. 150. 70. Hola, ¿tienes tire? ¿Medida? ¿O para qué moto? Moto. ¿Qué moto? I need
Grande Moto. I can show something this. GS, por ejemplo. Aquí físicamente. No, Anita. No, aquí. No, no, no. Момент. В общем, нашел здесь Michelin Road Radar 2 за 125 евро с установкой. Это просто отличный прайс. Да, это старая резина, но за 125 евро, друзья, Michelin Road 2 отлично. Ну, мы оставляем мой мотик. Вот мы колесико. Я нашел другой Michelin. Жалко, его не смог спалить. Мы оставляем здесь на замену. Вот в таком, кстати, салоне. Сегодня в 6-8 вечера мы его заберем. Круто! Идем гулять? Ручки реально как Марокко, только почище. И поширше. Ого, ничего себе, такой садик. Хоть уже Лиля про это говорила, что буквально какие-то 17 километров, а Марокко даже сейчас в данный момент 200 километров, и просто цивилизация. Хоть ранее это была, опять же, марокканская территория. Смотрите, здесь тоже обшарпана. Ну, в ней есть какой-то шарм. То есть ты понимаешь, что это старина. То есть не то, что как у нас облезлая, и понимаешь, что надо просто уже ремонтировать. А здесь вроде такая старина, и вроде что-то облезлое, но при этом она отдает именно стариной. И даже не стараются правительство, муниципальные службы не стараются их даже ремонтировать, опять же, придавая таким образом шарм старины и древности, и придавая значимость этим зданиям. Видите, какой интересный смысл решили принести. Все же. Вот таких, кстати, очень много электроскутеров по дорогам. Я так понимаю, что это шеринг. Хоть и говорили, что Феси и Медина и Марокко очень запутаны. Куда идти? Хрен знает, навигатор уже глючит. Пошлите в эту сторону, что ли, хрен его знает. Ну, куда-то можно идти. Вот видите, я говорю, что вот пошкрябанность какая-то, ну, она такая приятная пошкрябанность. Опять замазюкали просто краской, и все. Не, ну, все равно здесь чисто, хорошо пахнет, чувствуется безопасность. Мы все же зайдем в этот храм. О, ничего себе, там даже орган работает. Вот это нам повезло. Монументально, друзья. Здесь так чувствуется, что такой народ мирный, спокойный, никуда не спешащий, аккуратный. Вот в такую Испанию хочется влюбиться. Вы знаете, это приятное ощущение. И опять же, по ценам здесь очень адекватно. Мне нравится. Главное, тепло. Сейчас декабрь, 13 число. Уличные торговцы, подающие каштаны. Я уже тренируюсь быть одним.
так как Лили завтра уже улетает. По марокканской системе сидим на улице. Мы с вами. Я и камера. Теперь мы будем только раз. В ближайшие 10 дней разговаривать вдвоем. Ну и будем кушать. Вот эта порция стоит 7 евро. А вот эта с мясом, кстати, мне бы его хватило, стоит 3,5 евро. 3 евро. 3. Да, 3,5. И пиво 2 евро. Нормально? Так, нашел, смотрите, бомжика в центре. Кстати, бомжей на самом деле очень мало. Он здесь с такой мозаичкой, в таком вот парке. Это говорит о том, что если вы поедете бомж-трипом по Испании, можно вот так легко в парке и заночевать. Кстати, очень мало встречаю полицейских. Так что есть шанс того, что вы поспите здесь спокойно. Сейчас в главном парке, Мария Луиза парк. Здесь шикарнейшие деревья. Подсвечено, много спортсменов бегают, тренируются, полиция бдит и охраняет. Пойдем посмотрим красоты. Такие тени. Ах, жизнь прекрасна. Надо, друзья, гулять, наслаждаться. Особенно это радостно, что сейчас декабрь. Не хочу уезжать в Беларусь на Новый год, хочу в лето. Черт возьми. Иногда очень эмоционально, ты даже не можешь выговориться и сказать, насколько красиво. И как описать красиво. Вот попробуйте в комментариях написать, как вы считаете, учитывая, что у вас есть возможность подумать и придумать, как можно описывать иначе монументально, красиво, прекрасно, офигенно, охрененно. Как можно еще более расширить свой словарный запас в рассказе того, что ты видишь, когда происходит у тебя зрительный оргазм, наслаждаясь такими красотами. Какая плитка. Вот пока я вожу, показываю вам, вы придумываете слова. Вот такую вкусняшку за 3 евро. Попробуем? Ну, 3 евро оно не стоит. Очень сладко, крем. Лучше бы здесь какой-нибудь был бы крем типа от Наполеона, жирной. Ну как неплохо. Так, полиция, щиты, какая-то демонстрация. Что же такое? Что-то против барабана идут. Вау. Vámonos. Vámonos al palo y fuerte para arriba. Vale, seguimos igual, ¿eh?
Но подемо на ламе. Разговаривать. Короче, применившись. Fuerte para arriba, mi genato, ¿eh? Míralo, Fuerte ahí para arriba, mi genano. Quieto ahora todo el mundo. Quieto ahí. Quieto. Y salimos elegante, ¿eh? Там-та-там, красавчик мой. Так, смотрим. Смотрим, что за жизнь резина у нас. Ты хорошая какая. Цепку обслужили, все поднатянули. Правда, интересно, не перетянули ли, но колесико красивое. На, красный по херу. Вот это работает Дукати. А вы тут говорите. Так, куда-то ехать хоть. Вот как реально, как ведро с болтами херачит он. Ducati Hypermotor.